говорят, у всего есть начало. У стиля «кулак белого журавля» долгая история. Но, как это обычно и бывает в Китае, все начинается в Шаолине. Только не в том, о котором вы подумали, монастыре Шаолин, что на севере, а в южном Шаолине. Историки на Западе, кстати, до сих пор спорят, существовал ли этот монастырь на самом деле или присутствует только в легендах да кинематографе. В отличие от северного брата, в монастыре нет толп туристов и вечной, иногда раздражающей суеты. Современное строение южного Шаолиня находится в городе Цуанчжоу. Тихое и спокойное место располагает к вдумчивому отношению к себе, уединению и практике воинских искусств, колыбелью которых, по легенде, он и является. Считается, что наш южный Шаолинь в городе Цуанчжоу является колыбелью всех стилей южно-китайского ушу. История нашего монастыря берет свое начало в эпоху династии Тан и к настоящему времени насчитывает историю более 1000 лет. Монастырь пережил 3 больших расцвета и 3 больших упадка, а в 1763 году монастырь подвергся самому большому разрушению. Строения его больше напоминали руины, и с того времени он долгое время не восстанавливался. Только в 90-х годах 20-го столетия начались работы по восстановлению монастыря. Но что касается жизни боевых искусств Южного Шаолиня, то, став неотъемлемой частью культуры китайского народа, эта традиция пережила все исторические потрясения. Стили Южного Шаолиня получили широкое признание как в Китае, так и за рубежом. И сегодня множество людей изучают их. Зарождались стили в монастыре, или он являлся некой библиотекой, куда по разным причинам собирались мастера разных школ, неизвестно. Но то, что практически каждый стиль так или иначе связывает свою историю с Южным Шаолинем, бесспорный факт. Мне кажется, в этом есть большая доля правды. При том количестве стилей и мастеров, проходящих через монастырь, те или иные методики так или иначе обязательно влияли на многие стили. Наше южно-шаолиньское ушу включило в себя такие стили, как Удзу Цуань, кулак пяти первопредков, Байхэ Цуань, кулак белого журавля, У Мэйхуа Цуань, кулак цветка пяти слив и ряд других стилей, которые оформили облик боевых искусств южного Шаолиня как оригинальной и целостной системы рукопашного боя. Важно помнить, что Шаолинь включает в себя много стилей, и они оказывают влияние друг на друга. Стиль кулак белого журавля занимает важное место в семье стилей южного Шаолиня. Считается, что движение журавля принято как форма стиля, так же, как и само название «кулак белого журавля» создает образ грациозной красивой птицы. Данное подражание обуславливает форму и содержание практического изучения данного стиля. Это чрезвычайно эффективное и глубокое направление. Сейчас это, пожалуй, один из самых распространенных стилей южно-шаолиньского ушу на юге Китая и за рубежом. Это не случайно. Люди ищут не просто внешнюю красоту, а суть боевого искусства, и кулак белого журавля дает им все, что необходимо. Как вы уже поняли, мир южно-китайского ушу чрезвычайно разнообразен. По форме и принципам стили сильно отличаются от северных, демонстрируя иную динамику, стратегию поединка. Как обычно, дело в географических и культурных особенностях. Но и разделять южные и северные стили железным занавесом было бы большой ошибкой. Даже в одной из самых популярных школ Южного Китая, кулаке пяти предков, включающих в систему 5 различных стилей, одним является кулак архатов, недвусмысленно намекая на свои связи с северным Шаолинем. А вообще, разделение в китайских боевых искусствах часто существует только в умах обывателей, на практике представляя удивительную смесь методов и принципов, способных подарить пытливому уму годы кропотливой работы, изучения, анализа, ну и практики. Северный Шаолинь стал известен широкому кругу людей как в Китае, так и за рубежом, благодаря фильмам, снятым в 80-х годах 20 века. И действительно, Северный Шаолинь заслуженно имеет мировую славу колыбели многих стилей китайского ушу. В то же время Южный Шаолинь относительно воинской традиции китайских боевых искусств тоже имеет очень глубокие корни. Город Цуанчжоу с древности был важным морским портом на Дальнем Востоке, крупным экономическим и культурным центром региона Юго-Восточной Азии. В то время здесь процветали свои стили ушу. Монах-воин Северного Шаолиня, прибыв сюда и обнаружив очень выгодные условия, создал Южный Шаолинь.
те времена между Северным и Южным Шаолинем существовала тесная связь. В Северном Шаолине известные настоятели, бойцы, авторы и редакторы рукописей по кулачным искусствам были уроженцами города Цуанчжоу. Это является задокументированным историческим фактом. И Северный, и Южный Шаолинь прошли очень сложный и долгий исторический путь. Многие записи в Северном Шаолине касательно Южного были уничтожены, но письменные источники касательно Южного Шаолиня не были безвозвратно утеряны здесь, в Цуанчжоу. Недаром руководитель нашей страны, председатель Си Цзиньпин, во время визита в провинцию Фуцзянь назвал в своей речи Южный Шаолинь как образец бесценного культурно-исторического наследия, который, несмотря на свой солидный возраст 1000 лет, не утерял своей духовно-материальной силы. Боевые искусства Южного Шаолиня многолики. Но так уж получилось, что в настоящее время, пожалуй, самый распространенный стиль, практикуемый в Цуанчжоу, стиль кулака пяти предков или Удзу Цуань. Несмотря на то, что сам стиль имеет сравнительно недолгую историю существования, но в своей системе он включает 5 великих стилей Южного Китая. Стиль архатов, обезьяны, бодхидхармы, стиль белого журавля и стиль первого императора династии Сун Тайцзу Цуань. Именно Удзу является базовым и в Южном Шаолине. Не оценивайте уровень монахов в Шаолине по представленной демонстрации. Монастырь, в отличие от своего северного брата, не спешит выдавать все свое мастерство заезжим русским. Это не монахи, а только послушники, которые шли на тренировку и любезно согласились продемонстрировать свое мастерство. Монахи демонстрируют совершенно другой уровень. Бегают практически по воде, стоят на пальце одной руки, но это уже абсолютно другая история. Пожалуй, один из важнейших вопросов, возникающих при исследовании китайских боевых искусств, как и почему. Как возникают стили? Почему их такое множество? Тем более в рамках одного стиля, как, например, Удзу Цуань. Чем же эти стили отличаются от первообразных? И главное, как все это связано с кулаком белого журавля? Всенародного признания невозможно добиться, не обладая в действительности эффективностью и реальной силой. В суровые времена Средневековья, когда боевые искусства были не частью исторического наследия, а способом реального выживания и суровой необходимостью, очень легко было понять и проверить, кто чего стоит, и какое искусство пригодно для демонстрации на ярмарке, а какое способно продлить бесценные годы жизни. Не то, что в наши дни, где каждый готов назваться чем угодно, рассказать интереснейшую историю, став всенародно признанным мастером. Но только не для нас. Для того, чтобы разобраться в южных стилях, мы обратились к видному общественному деятелю, одному из ведущих мастеров стиля Удзу, историку китайских боевых искусств, господину Джоу Куньмину. Его род имеет весьма впечатляющую историю, был приближен к императорам, подарок одного из которых до сих пор хранится в семье. И кто-кто, а уж он точно знает все нюансы техники и по каким признакам отличить правильное от неправильного и настоящее от жалкой имитации. Очень важно понимать истоки любого искусства, жизнеспособность и степень проверки временем. Короче, вот посмотрите, вот движение, короче, на, белого журавля, на самом деле, это стайзу один в один они. Это белый журавль. А тайзу как бьет. Одинаковое, правильно? А? Сыгя. 啊，你得摇，摇是这，摇的，嗯，第二摇，摇，中摇，上摇，中摇，好，嗯，好，这是下摇。 Качание называется摇。 不是，这是摇了。那么太祖前呢？太祖前太摇。比如说的。嗯，对，都是一样啊。你中摇。对，太祖前也是这样。嗯，对，也是一样。 是不是一样？那我这是太祖拳，他是白的拳，为什么一样？那就是说肯定我们两种拳。Поэтому наши два стиля на самом деле. 是渊源的，它一脉相承。у нас есть общее. 靠单。啊？靠单。靠单。啊，那你这个上来。我你去靠单。
他的动作是一样，那么他的动作就是这样打的，那我们也是这样。我们那时候都是跟，是不是一样？一样的，一样的，这些都是太子莲，白鹤钱，这个白鹤钱，白鹤钱。 можно сказать, что я белый журавль. Не что даже так же, а то вот с Байо Чем. Движение одинаковое. Пожалуй, одной из важнейших форм, объединяющих разные системы Южного Китая, это форма «Три битвы» или «Саньжан». Изучение этой формы не только в техническом плане способствует еще большему пониманию тесной связи китайских боевых искусств, а в дальнейшем и глубоких корней белого журавля. 这个是我写的一本书。 Это я написал эту книжку. 啊，五祖钱谱。 那么这种钱，我们这个钱谱里面呢？ Здесь в этом трактате кулачного искусства, который я написал. 五祖钱谱啊，三藏，太祖派。 Здесь написано. В общем, Санжан. Санжан. И написано, что это тайцзу. Это он относится к стилю тайцзу, Санжан. Перевернемся. Пинма зан. Пинма. Зубин си байхэ. Он относится к этому белому журавлю. Лохан. Лохан. Зубин си лохан. Лохан Санжан. Лохан Санжан, стиль Лохан. А это сражающаяся обезьяна. Относится к подражательному стилю. Синджи. Получается, что Санжан характерен для вот этих всех стилей, кроме стиля обезьяны, называется сражающийся обезьяна. Корни, оплетающие историю и практику стиля Юга Китая, чрезвычайно мощны. Объединенные одной идеей, они отличаются методами, степенью проработанности тех или иных принципов. И приятно видеть, когда мастера не ищут различия, стараясь выставить себя и свой стиль лучшим, а ищут сходство, лишний раз убеждаясь, это одна семья, и у них гораздо больше общего, чем различий. Что лишний раз и доказывает, нам у них учиться гораздо большему, чем просто новым формам или применениям, а братскому отношению и желанию понять и узнать. 三三三对，他一定要这么一个。一，我们是单写的，我们是大玉竹双音叉。啊，我们也是这样。我们是这样。双音，我们也是。啊，那不是跟他一样吗？差不多一样。哇，再错。哦，他是这样。掉，啊，他是这样。啊，再折，人家。掉，啊，这样。 撩歪，啊，撩，是的，好的，那你看，我们是带有这三音流进来，你看一下哈，啊，那跟他比是不是一样？ как и любой стиль Китая, история кулака белого журавля окутывает плотный туман легенд и трактатов, передающихся из поколения в поколение. И хотя легенда создания стиля хорошо известна и имеет весьма незначительные расхождения в различных школах, о многих фактах мы сегодня можем только догадываться. Но одно остается бесспорным. Этот стиль имеет весьма нехарактерную историю. Созданный женщиной, завоевавшей сердца мужчин-бойцов, этот стиль вписал себя в мир боевых искусств, протянув белоснежные крылья из глубины веков, став жемчужиной культурного наследия Китая. Сейчас этот стиль насчитывает тысячи последователей по всему миру, десятки признанных мастеров, собственный музей и знания, на изучение которых уйдут годы тяжелого и кропотливого труда. Стиль «Кулак белого журавля» начинается с патриарха по фамилии Фан, имя ее Цинян. С детства Цинян отличалась выдающимися талантами и способностями, добилась больших успехов в изучении боевых искусств. Но так уж сложилось, что после предательства мужа Фан Цинян удалилась в монастырь, где вела тихую и праведную жизнь. Пока однажды не произошло событие, перевернувшее ее судьбу. Находясь в храме Байляньсы и занимаясь ткачеством, она увидела журавля, влетевшего на середину беседки. Грациозно переступая будто в танце, журавль играл своими крыльями, и было это зрелище удивительным. Фан Цинян в
шутку бросила в журавля челнок ткацкого станка. Журавль легко отпрыгнул в сторону. Тогда она вновь атаковала птицу линейкой. Но журавль с легкостью отбил ее гибким движением крыла так, что та улетела в сторону. И тогда Цинян уловила ценность боевого применения движений журавля, тщательно изучила их и развила прикладное применение в боевых искусствах. В течение нескольких лет, тренируясь с раннего утра до позднего вечера, техника боевого искусства Фан Цинян постепенно стала в высшей степени совершенной. Так возникла школа «Кулак белого журавля». Вроде бы мягкий, но не мягкий. Вроде бы жесткий, но не жесткий. В защите есть атака, в атаке есть защита. Направление приложения силы мгновенно меняется. Развив эти принципы, Фан Цинян стала непобедимым бойцом. Впоследствии в тот монастырь пришел человек родом из Юньчуня с именем Цзэн Ци, который стал изучать боевые искусства под ее руководством и позже женился на мастере. Вместе они довели мастерство стиля до невиданных высот, что привлекало многих мастеров и внимание властей, заподозривших их в антиправительственном заговоре. Семье опять пришлось уехать. Вернувшись на родину мужа, Юньчун, супруги поселились в маленьком монастыре. Именно оттуда стиль «Кулак белого журавля» начал победные шествия по всему Китаю. Живя в Юньчуне, Фан Цинян вместе с мужем передали свое искусство 24 ученикам, которые были достойны своих учителей. Среди них были Лин Туэй, Яо Ху, Юо Цзэ, но самым выдающимся учеником был Джен Ли. Дом мастера и сейчас еще можно увидеть в деревне Даюй, являющемся настоящим музеем стиля под открытым небом. Здесь все буквально пропитано духом белого журавля. И не только духом, но и мастерством. Говорят, что Джен Ли обладал выдающимся мастерством и знаниями в области боевых искусств. И не только освоил всю систему, но и значительно развил ее, передав стиль своему племяннику. Вот от него и идет прямая передача 12-му патриарху школы мастеру Джен Ван Цунью, а от того носителю традиции в наши дни 13-му патриарху мастеру Джен Цин Юну, герою нашей истории.